Спасибо. Ни хрена у нас нет, Дэйв. Я узнал, что хотел про Китона. То есть ничего. Неважно. Пусть знает, что мы дышим ему в спину. Не знаю, Кайзер созван или нет, но если Китон жив, он не объявится. Будем искать. Время тратить. Если слух живут, что это не слух. Что? Ничего. Ну и бардак у тебя. Да, но у меня своя система, Дэйв. Надо просто смотреть под правильным углом. Я обычно отхожу к окну. Знаешь, где настоящий ужас? У меня в гараже. Убеди меня. Выкладывай все в подробностях. Я как-то пел в акапелло-квартете в Скоке в Иллинойсе. Включите голову, агент Куян. Сперва надо подумать, напрячь память. Уверен, вы о нем наслышаны. Брикс Марвин. Так не бывает. Хочу послушать, что ты расскажешь. Все в папке, я выложил все, клянусь. Он из Калифорнии, зовут Редфуд. Подарок от мистера Соза. Колись, болтун. Ну а Редфуд? Мистер Редфуд ничего не знал. Его пешки. Толстяк, каких поискать, прям бегемот. Один адвокат, мифы, легенды, Кобаяши. Когда я пахал на плантации в Гватемале, мы варили там свежий кофе. Ты думаешь, что он хороший человек? Не думаю, а знаю. Выкладывай все в подробностях. Если бы я знал, как выстрелить дьяволу в спину? Прикрывает с самого верха, походу, сам князь тьмы. Все в подробностях. Эй, инвалид, ты кто такой? Был один адвокат. Какой адвокат, болтун? Я мистер Кобаяши. Кобаяши. Выкладывай все в подробностях. Я работаю на Кайзера Соза. Убеди меня, убеди меня, убеди меня. Последние мрази и ублюдки на улице будут знать имя болтуна Кинта. Калека, где он? А? Калека, куда он пошел? А, он вышел туда. Ты не все нам рассказал, ты знаешь что-то еще. Я умнее тебя. Я узнаю то, что мне нужно, хоть обосрись. Копы не любят сложных объяснений, для них все просто. Ты знаешь, к чему я клоню? Колись! На улицах нет загадок, нет преступных гениев. Кто-то с возможностями, способный проследить за нами. Кайзер Соза! Это Кайзер Соза. Кайзер Соза! Думаете, такой человек ошибется и высунется, рискуя быть пойманным? Кайзер, именно поэтому болтун, потому что ты калека! Что это за хромоногий? Ты знал, знал с самого начала! Откуда мне знать? Если он и высунется, то чтобы избавиться от меня. Я уверен, что Китон мертв. Но вот нечестно. Кайзер. Первое, чему я научился на работе, как вычислить убийцу. Мне сказали, вы взяли калеку. Ну, он упоминал Кайзера Соза? Кого? После этого вы никогда о нем больше не услышите. Свой главный фокус дьявол провернул, когда убедил нас, что его не существует. А потом взял и исчез.